Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно на столе через VCI SE приборчик, которым мы пользуемся неоднократно, прошить плату VGS NAC 2. Плата у нас Continental 0310. Для автомобиля будем делать V221. Запускаем программу Monaco. DAS не будем использовать, так как через DAS он запросит пароль и, как правило, увалит в бут. Там нужно рассчитывать пароль и пытаться прошить. Мы будем прошивать через наш приборчик VCI SE. На этом всем спасибо, до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.